Всем привет! Тихо. Дай я беседку свою. Не надо меня бить. Да не бей меня. Оля, перестань. Да перестань. Дайте свою беседку. Дерешься. И вы на канале Паулина Плюс. Вы на канале Паулина Плюс. На канале Паулина Плюс. И сегодня мы что-то хотим сделать. И сегодня у нас челлендж обезьяньи ручки. Мы такие обезьянки с Поля сегодня. И будем пытаться обезьяньими ручками сделать всякие фигурки. Ну, можно их хоть ручками вот так вот ставить, а сама... Нет, нельзя. Нет, мам, я вот так вот поставлю, а сама перенесу куда-то. Нет, нельзя. Надо брать так, переворачивать ручками. Все делать, все делать маленькими ручками. У нас есть вот такие карточки, на которых нарисованы разные фигурки, которые мы должны сделать маленькими ручками. Мы будем вытягивать, и кто сделает быстренько, классненько, тот и победил. А кто не сделает, тот проиграл. А мы маленькими ручками вытаскиваем? Не, ну карточку вытащим так, да. А уже ручками будем делать. А вы заметили, как их держать руками? У них есть такие специальные. Да, у них есть такие. Это самая крутая ручки. Игра. И маленькие мы будем иметь. Вот здесь на ручках такие резиночки, они такие резиновые. Наверное, чтобы предмет взялся и не скользил. Очень удобно. Я думаю, что для меня легко будет это сделать. А, Полина, я не уверена. Но мы посмотрим. Да, Поля? Да. Давай начнем. Сколько раундов будем делать? 35. Ого! 33! Нет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10! Ого! Да это много! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ты хотя бы один попробуй сделать предмет. 6. Да, 6. Ну посмотрим. Все, давай. Поехали. Оладушки. Давай потом в оладушки поиграем. Ладно. А я уже собираю ваши. Вы определили, сколько у вас раундов? 6. Нет, 3. 7. 3. 10 будет. 10 будет. А можно по-английски прочитать? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В общем, будет 3. Это сколько? Все. 3. Хочу. Все, поехали. 8. Полина, слишком много. Давай попробуем хотя бы один раунд сделать. Давай. По числу. Поля будет первая. Выбирай карточку. Да, это... Верхнюю? Это не сложненько. Ого, не сложненько. Смотрите, какая попалась на полечке. Попалась вот такая карточка Полине. И нужно сделать такую фигурку. Так, Полина, смотришь на фигурку? Давайте я так поставлю. Вот, чтобы тебе видно было. И давай. Нет, это ты еще делаешь. Поехали. Время у нас или как? Время, хочу за время. Не, не время, давай. Попробуй так пока делать. Так, аккуратненько, не спеши, не спеши. Вот у тебя еще есть такая штучка, поставь. Давай. Нет! Нельзя двигать руками. Ручками, все ручками. Не спеши, не спеши. Потихонечку, не спеши. О, весь перевернулся, давай. Аккуратненько. Аккуратненько. Переворачивай. Нет! Рука, ну вообще не трогай. Давай, давай, бери. Yeah. Давай, давай, работай. Так,
шоу, это ты там сдаешься. А ты хотела 60 раундов. Ага. 25 я хотела. Ага. Ты хотела 30 чем-то, да? Первый раз. Ну, шо, сдалась, все? Получается? Нет, давай теперь я. Первый раунд Полина проиграла. Ну, сейчас я еще попробую. Можно я тебе вытяну? Нет, я сама. Мам, это а теперь я будешь вытягивать. Нет, я сама перед. Давай сама. Так, я вот эту вытащу. Ой. Какая сложная. Покажи. Смотри. Так, что у меня? Первая полосочка вот эта. Сейчас я попробую. Так, она у меня перевернулась. Ну как его? Ага, потом вот это. Смотри, раз, видишь, и перевернулась. Вот аккуратненько беру. Аккуратненько. Ой. Ставлю поле. Ой, а сложновато. Да, я поправлю. Я сама поправлю. Ты мне сейчас поправишь, оно все упадет. Так. Шерсть. Так, дальше у нас идет. Кружок. Ой, вот этот вот. Вот этот вот. Вот так вот, да? Ой, чтобы оно не завалилось. Поля. Я поправляю. Сейчас по жопке получишь, что там обезьянка. Ага, вот это. Смотри башенку, сейчас я построю. Ну, не очень удобно. Ой, а как же его поставить теперь? Ой. Есть! Смотри, Поля, смотри. Последний треугольничек ставлю. Так, вот так переворачиваем. Ой. И вот так его. Кидай. Ой, рука застряла. Есть! Все, смотри. Мама, смотрите, мама сделала вот эту фигурку. Мама, ломаем. Все, сюда. Мама, ломаем. Ну, ломай. И мама в первом раунде победила. Есть. А Поля, надо быть внимательной и аккуратной. Дай. Ого! Смотрите, какая карточка попалась по линии. Ай, запуталась. Очень тяжелая. Ну, Поля, давай. Ничего. Не баловаться и аккуратненько делать. Ну, давай. Сначала желтенькую, как мама ставила. Желтенькую? Да. Давай. Двумя. У тебя маленькая ручка. Все. Так, теперь вот это вот. Поля. Вот так бери, да. Да, бери. Какой хочешь. Ручками. Вот так. Вот, ставь. Ставь так. Во. О, видишь? Аккуратненько. Молодец. Теперь квадратик. Смотри, вот сюда вот ставишь квадратик. Вот. Видишь? Так, я думаю, Полина, если захочет аккуратненько, то у нее получится. Давай, аккуратно. Теперь переворачивай ровненько. Да. Вот так. Во. О, смотри, как круто. Смотри, теперь вот этот вот желтенький. А если он рухнет? Что ты завалила? Ручками подожди. Не, маленькими. Нет. Ручками. А в какую? А ну не балуйся, аккуратно. В какую сторону? Сюда? Вот, да, вот там. Ну ты же аккуратненько смотри. Так. Давай. Не сюда. Так, нужно быть настойчивым. И потихонечку заново делаешь ручками. Давай. Аккуратно, пиши. Очень тяжело, конечно, Полине. Давай. Тихонечко. Еще. Никита, да. Не надо сдаваться. У тебя все получится. Ну давай. Нет, давай. Поля, у тебя получится. Посмотришь сейчас. Давай. У тебя смотри, как половина получилась, а ты. Давай, не сдавайся, давай. У тебя получится такая фигура сложная. Давай. Аккуратно. Тихонько. Нет, ты видишь, у тебя сюда ручка не залезет. Вот так, как ты в тот раз ставила, так было лучше. Вот так. Да, давай. Ай. Не спеши, не ба. Объедину чуть-чуть продавал. Ставь на место. Залетела под кровать. Не надо, ручки маленькие. Поля. Это сложный процесс, конечно, но нужно стараться. Если хочешь победить, вот, видишь, все можно получается у тебя. Ну, уже чуть-чуть тебе осталось. Смотри, тебе эту фигурку и треугольничек остался, и все. И аккуратненько поставь сюда. Давай. Главное, чтобы оно не завалило. Я поправлю немножко. Пусть она уже получится. Вот, аккуратненько. Вот так вот бери. Не, попробуй бери вот так. Да. А ну попробуй. Нет. Держи. Вот так, да. Вот.
Попробуй, хочу. Попробуй. Попробуй. Хочу. Тихо. Тихонько. Давай только. Хочу так. Нормально. Тяжело, правда? Лучше вот так. Тихо, давай, давай. Не-не, ты же запустишь, и попадает все. Поля, давай аккуратненько. Давай. А у тебя голос такой? Давай, быстро. Отвлекаешь маму. Во, тихо. Тихо. Попробуй. Тихонько попробуй. Тихонько. Нет, не держи руками. Все. Фу. Маме, аж страшно. Давай, давай, не спеши, Поля, уже чуть-чуть, ну чуть-чуть получится. Помогите ей, поставьте лайки по линии, лайки много-много. Поля, а ну, тихо. Во. Тоже сдаюсь. Полина, у тебя получится. Не получится. Ну вот. Все? Поняла. Мама победит? Я сдаюсь. Ну ты ж могла, у тебя осталось немножко. Я хочу елочку сделать, можно? А давай мама повторит твой этот, попробует это, ну такой тяжелый этот самый предметик. Я сейчас попробую его сама сделать. Я вот этот пока что сделаю. Да. Ой, это тоже смотри, да. Смотри ручками. Вот я мы взяли, поставили вот это. Поля, дай мама попробует, а потом ты будешь делать дальше. Я вот тоже делаю. Я вот елочку сделаю. Поля хочет сделать вот такую фигурку, а мама попробует сделать ту фигурку, которую Полина слаживала и не могла сложить. Это вот это. Большую. Так. Так, давай я. Вот я. И давай. Попробуй. Что там у нас дальше было? Квадратик. Маленькими ручками можно трогать глаза? Давай. А где вот эта вторая штучка? Вот эта? Мама, она упала. А ну подними. Давай я эту заберу. Есть. Эй. Смотри, вот мама делает предмет, что ты побоялась сделать. Вот смотри, как... Ага. Вот так. Оно переворачивается. Хорошо, попробуем вот так. Вот так, вот так. Вот, смотри, как мама взяла. Вот. Есть. И треугольничек. Полина, смотри. Ага. Ой. Ой. Есть. Я сделала. Видишь? А ты не смогла положить два предмета последних. Вот такая фигурка. У меня получится вот это, понял? Ну давай. Не вижу пока, чтобы ты это смогла сделать. Руками надо маленькими. Как я возьму его уже? А ну давай. Нет. Да, давай. Нет. Полина, так нельзя. Вот уже, это. Уже не считается. Поле считается. Не считается. Я маленькая. Что мне считать? Ну давай, бери. Ну чего ты? Стой. Вот, смотри. Да не нервничай, Поля, очень сложно. Нервничай. Так, не ставь руками. По рукам. А тебе по лицу. Давай. Квадратики, треугольничек. Смотри за вот этим вот. Аккуратно. Уже поставила так? Значит, аккуратно. Руками не трогай. Смотри, чтобы не перевернула. Тихонько. Вот, видишь? Все можно, аккуратно, можно, аккуратно. Нет, нельзя. Треугольник. Не трогай руками. Возьми ту ручку. Вот, видишь, как легко? Не так бери, а бочком его бери. Вот. Вот, и оно легко поставится. Тихонечко. Держи, тихонько. Держи. Вот, видишь, теперь поправляй. Не надо руками поправлять. По рукам. В общем, Поля сделала, но неправильно сделала, конечно, она. Правильно. Неправильно ты сделала. Можешь руками дотрагиваться нельзя. Давай уберем эти предметы. Так, и Поля выбирает. Это не сложно. Ну давай. Руками. Ой, руками обезьянными чики-чики подавали кипяти. Давай. Не спеши и нормально делать. Вот. Выбрала Полина вот такую фигурку. Попалась ей легенькая фигурочка. Она надеется, что у нее все получится. Да, мне надо очень прикольно. Да, ну давай. Переворачивай сначала. Ничего не видно. Переверни ее сначала. Нет. Переверни вот этот предметик. Переверни.
Не, не бери так, не бери бочком. Вот. Не получится. Да получится. А так оно съедет. Оно съезжает так. Нет. Сложно, сложно. И тяжело по линии, она нервничает, и для нее это очень сложно. Когда у нее не получается, она очень нервная. Поставь, давай пробуем. Не грызи. И ручками. Не дотрагиваемся руками. Давай, пробуем. Давай. Ну, бочко не получается. Вот. Возьмешь, вот так вот ровненько бери, а не берешь так на бок. Вот, вот, тихонько, вот, тихонько. Вот, еще раз попробуй, я тебе вот помогу. Смотри, даже я не дотрагиваюсь, руками тоже. И а как ты поставишь? И трогай руками. Давай, давай. Во. А что, а как же ты поставишь, там дыры, ты натрусишь? Давай, еще. Маленькими ручками. Давай. Вот так. Вот, ставь. Ставь. Тихо. 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 Бери. Так, заново. Я добью пулю, чтобы она это сделала сама. Давай, ручками маленькими, давай. Аккуратненько, бери. Очень тяжелая работа. Обязательно ручками. Составлять предметы. Вот, видишь как? Вот, давай. Вот, видишь, все получается. Не надо поправлять. Давай, дальше у тебя один предмет остался. Какой? Что это? Что треугольник. Это? Треугольник. О, видишь, как легко? Нет. Поправляй, маленькими ручками поправляй. Маленькими ручками. Полина сделала предмет с очень большим трудом. Но у нее получилось. Так что у меня шапка моя. Обезьяна спала. Надя спала? Челюсти мне не шевелим. Так, и мама берет карточку. Вот такую. Ну, это не сложная, по-моему. Та была башенька самая большая, она сложная была. А это не сложная. Мама, она сложная. Так, смотри. Значит, у меня вот такой вот предметик. Вот я его беру. Не трогай его. Сразу. Так, теперь у меня идет квадратик. Ой. Не трогай мою башенку. Не трогай твою башенку, смотрите, вот квадратик. Отлично. На квадратик идет треугольничек. Есть. И шестиугольник. Вот сюда. Ой. Есть. А вы знаете? Мама сделала. Смотри, класс. Ура! Мама сделала предмет. И у меня первая сделала чертеж. Ты сделала первое? Да. Ты еле-еле делала его и то. Ну с помощью что? Рук. Ну и что, и что, и что, и что? Так, и кому понравились наши маленькие ручки и мы обезьянки? Не трогай мою чулку. Ах, синяк! Не трогай. Тихо. Ставьте лайки. Как поставить лайки? Лайки, лайки, лайки. Лайки, лайки, лайки. Давай. Лайки, лайки. 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 И подписывайтесь на канал Паулина Плюс. Обязательно заходите на наш инстаграм. И не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока! Пока! Пока! Так, муа, муа, муа. Пока-пока!